Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Это канал Евангелия в последнее время. И с вами Игорь. Шаббат шалом. Слава Богу, Господь сохранил и нас, и меня. Еще один день благодати и радости, особенно в радости понимания, что Иисус сделал для нас, зная, что наши грехи прощены и имена записаны в книге жизни. Но чтобы стремиться и сражаться, и воевать, но в духовной войне, конечно же, которая продолжается, чтобы победить, даже если придется, если надо умереть за Иисуса. Помоги нам, Бог, иметь это желание. Иметь это желание. Даже если умирая во Христе, но во Христе, конечно же, живем, даже если нас убивают, но во Христе, будем воскрешены так же, ибо Иисус и есть воскресение и жизнь. И это наша надежда, это наша радость. И сегодня Господь благословил меня иметь служение. Вот я остался в церковном здании, попросился и уже не стал никого просить, чтобы взяли меня в гости. Остался. Перед вторым служением я нахожусь в городе Ири, это штат Пенсильвания, правда. Позвонил одному из пасторов и сказал, что я просто не могу выйти на улицы, так как очень сильно устал, и вот если смогу записать недолго это видео, то хотя бы прилечь, потому что не высыпаюсь и очень устал после вчерашнего служения, которое состоялось в городе Питтсбурге, штат Пенсильвания. Ири город тоже в Пенсильвании. И я хотел бы еще раз поблагодарить всех вас за совместное служение в деле благовестия, за то, что вы молитесь, кто-то поддержит нас материально. Благослови вас всех Господь. Служение действительно вчера было очень благословенным. И видео, мы уже выставили два видео. Одно видео это с обзором на русском языке, а второе чисто вот служение на английском языке. Но они уже на канале, нашем канале. И вернусь к пастору, которому позвонил, просил прощения, так как очень устал, но здесь пошел очень сильный дождь. Мы в любом случае не смогли бы, наверное, выйти к озеру и проповедовать очень сильный дождь. Может, так оно и нужно было, не знаю. Но сказал хотя бы поспать час-два, иначе не знаю, мне еще ехать домой. Но с Божьей помощью. По милости Господней. И особенно вот мы здесь в Америке, где пули над головой еще не свистят, чтобы ценили, ну и чтобы не забывали о тех наших братьях и сестрах и просто человеков там, где сегодня пули свистят, там, где сегодня убивают, там, где разрушают дома. Да, поэтому будем продолжать молиться за Украину, будем продолжать молиться, вспоминая и Афганистан, и Ирак. Будем помнить и палестинцев, если у кого будет на сердце. Я, например, молюсь за палестинцев. И особенно за то, чтобы некоторые из них познали Иисуса. Почему? Потому что без Христа никто не спасется. Без Господа Бога Иисуса Христа, без веры в Него. И ни мусульмане, конечно же, ни буддисты, ни кришнаиты, никто без веры, то, что Господь Иисус есть Бог, Мессия, Спаситель этого мира, никто не спасется. И евреи также не спасутся. Потому помоги нам иметь сострадание и то, что мы можем делать от Господа, чтобы мы могли это делать, практикуя дары Духа Святого, ибо через это также прославляется и возвеличивается имя Иисуса Христа. Но вчера, в принципе, как и третьего дня, как и за все эти года, Господь обильно нас благословил. И как говорил также, если буду жив-здоров, следующую субботу, которая будет, если не ошибаюсь, это 8 июля, у нас будет служение в городе Ocean City. Это Нью-Джерси. 1,5 часа от Филадельфии, я лечу в Филадельфию. И у нас будет служение там на океане, на boring walk или sidewalk, кто как называет, с 12 до 2 часов, если есть желание.
живете в районе Филадельфии или в районе Нью-Джерси, и вы имеете желание принять участие, мы приглашаем. Приходите с 12 до 2, если воля Божия, и буду жив и здоров. Благослови Господь. Ну, а сейчас к теме. Я всегда делаю вступление. Почему? Потому что самое главное, хоть мы и рассказали, скажем, расписание, служение, но самое главное – это напоминание о Христе. Да? Павел, наш брат, сказал так, Шауль, что он посчитал все за ссор, за тщетою, ради превосходства познания Иисуса Христа. Поэтому, конечно, есть много очень интересных тем, и их нужно разбирать и рассуждать. Но если даже кто узнает все, и хоть тайны небесные, но не познает Иисуса, все напрасно, все напрасно. Поэтому мы всегда начинаем, и мы всегда говорим о Христе. Конечно же, напоминаем, что Бог любит человека. Конечно же, так как написано, ибо Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. И потому повелевает людям, что покаяться. Это Евангелие Царства Небесного. Покаяться и веровать в добрую весть. Поэтому я знаю, что многие перематывают. Вот у меня где-то 7 минут это получилось. И сразу на тему. То есть людей интересует что-то другое. Это я также вижу по нашим видео. Если миссионерское видео, просмотров очень мало. Если что-то другое, просмотров очень много. Я понимаю. Хотя сокровище сам Христос. Вот его нужно познавать. Но я сказал, разбирать темы тоже нужно. И Бог не запрещает. И особенно о последнем времени. Да, это последнее время. И события, хоть и меня обвиняют, я в прошлый раз говорил, мне все равно, я никого не пугаю. Так бы мы боялись нашего греха, а не то, что придет. А придет то, что Бог предопределил. Изменим ли это? Конечно же нет. Ну, конечно, люди, и я тоже, конечно, мы хотим жить нормально. А мы привыкли к комфорту, особенно в этой стране. И попробуй говорить о том, что вот может быть такое, что ты потеряешь этот комфорт, да? Но люди не хотят потерять комфорт. И это тоже нормально, но если это придет, что тогда? Люди забывают, что они христиане. Я говорю сейчас от христиан, о христианах или так называемых христианах, не знаю. Люди забывают, что путь Христов – это путь страданий и гонений. Люди забывают. А почему они забывают? Потому что их нет на улицах, даже здесь, в Америке. Им все равно. Я всегда говорю, выйдите со мной на улице. Скажите по правде Божьей. Начинают обвинять, что я вызываю конфликт. И некоторые пастора, кстати, в Филадельфии тоже есть такие. Прости им, Господь. Я немножко эмоции опять. Помоги мне, Бог. Не хочу. Но бывает обидно. Очень сильно обидно. Ничего не знает об этом служении. Ничего не знает, что мы проходим. И начинает судить, и себя считает самыми лучшими баптистами или пятидесятниками. Конечно, люди разные бывают. Зачем смотреть на людей? Но мне просто их жаль. Почему? Потому что не боятся Бога. Или кто-то думает, что Бог за меня не заступится. Заступался, заступается и будет заступаться. Но это время. Если есть возможность воспользоваться лучшим, почему нет? Я не говорю о том, что сейчас нам нужно спрятаться и дрожать от страха, что мы видим, что происходит, что и то, что придет в Америку. Я говорю о том, спокойно жить, работать, рождать детей, кто рождает детей, жениться, замуж выходить. Кто-то бизнесом занимается, но вот приоритеты, мотивация. Но готовы ли мы отказаться от своих амбиций? Готовы ли отказаться, чтобы распинать свое «я» и умереть за Иисуса, если надо? Вот если нет, тогда мы недостойны Господа. Об этом я сегодня проповедовал также в церкви. О том, кто есть настоящий свидетель Иисуса Христа. Хорошо, друзья, да, это последнее время. И хоть наш брат Шауль тоже говорил еще 2000 лет назад, в последнее время, и другие наши братья. Но есть еще один момент. И хоть когда
Шауль об этом говорил, Иудея еще была, ну, под Римом, но еще как бы была в плане до того, как в 135 году, я сейчас не говорю о 72 году или 70 году, кто-то говорит 72 год, когда был разрушен второй храм, но в 135 году, когда еще поднялось восстание Бар-Кохбы, когда практически Иерусалим был перепахан. И вот, как мы говорим, у нас евреев агалут, то есть народ как бы был изгнан до 1948 года, когда Израиль был восстановлен. Это одно из важнейших пророческих sign, я не знаю, как по-русски сказать, я не знаю, sign, я не знаю, как сказать, я прошу прощения. И а не то, что вычислять. Иисус сказал, не наше дело знать времена и сроки, хотя он дал очень хороший и немало признаков последнего времени. И мы видим, что поспевает. Вот как поспеет, или как будет поспевать, так и будут Божьи пророчества один за другим совершаться. Но Божьи пророчества обязательно должны совершаться. И если они не совершутся, то есть ну, это невозможно. То есть они должны совершаться и совершиться. Вот как быстро они совершатся, я не знаю. Но по мере того, как будет поспевать. Поэтому, конечно, продолжаем наблюдать. И вот Израиль был и есть, я всегда и много говорил, и буду говорить, самые точные Божьи часы истории. Божьей истории. Потому как скоро или как поспевает, мы можем знать, наблюдая за Израилем, и особенно зная, что практически все пророчества идут через Израиль, через еврейский народ. Вот здесь вопрос, как мы понимаем пророчество? Как я понимаю, это мое личное мнение. Вот здесь, конечно, мы можем ошибаться, и, конечно, я могу ошибаться. Поэтому мы рассуждаем, мы молимся, да, мы проверяем. Конечно же, это нормально, как библейский урок. Просто проблема, что многие не хотят слышать, если кого-то точка зрения другая. Особенно, если это касается нашей национальной политеи. Да? Так еще раз хочу сказать, те, кто говорит мне, типа ты все про Америку, там, про Украину, Россию, а что про Израиль? А Израиль будет в самое страшное время. Да, в самом конце практически. Хотя и до этого Израиля, я думаю, что очень скоро, я говорил, будет война, 82-го псалма, война, но потом еще будет война Гога, это разные войны. А потом еще и скорбь Якова, или бедственное время Якова, или великая скорбь. То есть в Израиле будет самое страшное время. Там началось, там и закончится. И Господь сказал, что от создание человека, такое время, оно не было и не будет. Но это не только будет касаться евреев, это будет касаться церкви. Я сейчас не буду спорить, когда церковь будет восхищена, когда, я не знаю, этот вопрос остается для меня открытым. Есть разные предположения, и однажды мы узнаем. Только вот держаться Господа надо, чтобы узнать. Если, конечно, в плане, чтобы сохранил Господь, а по-любому узнает. По-любому узнаем, но то, что мы сегодня видим, как эта пропаганда, дьявольское обольщение покрывает практически, я сейчас буду говорить об Америке, ну просто ужас, особенно пропаганда трансгендерская, гомосексуальная, это просто ужас. Во власти эти люди, и они это все продвигают, и сознательные сатанисты, которые прекрасно понимают и участвуют в этой войне духовной, которая продолжается. Многие христиане спят. Особенно из наших, которые привыкли к этим удобствам, которые имеем здесь в Америке. Еще раз скажу, это нормально, если они есть. Но если ты христианин, так надо, наверное, что-то делать. И проблема закапывает дыры. Но каждый пускай отвечает за себя. Поэтому мы очень близко приблизились. Мы видим, что поспеваем. Особенно с начала войны в Украине. Да?
мы видим, что это происходит, нападение России на Украину. Мы это видим, и я думаю, что это будет только умножаться. Может, какой-то перерыв будет, но царствие Антихриста не придет до того, пока Россия не будет сокрушена. Россия будет сокрушена, это сделает сам Бог. Не сейчас, еще не время. Когда Россия попробует атаковать Израиля, и может быть не один раз. Но что интересно, я об этом также говорил во многих видео, это мое личное мнение, что Антихрист будет на стороне Израиля. И я думаю, что он будет из Европы, все же не из России, ибо Гог и Антихрист разные личности. Я приводил пример, как Сталин с Гитлером, два зла. В принципе, страны воюют, и там неверующие люди, конечно же. Это было во всей истории. Но я думаю, что именно Антихрист сразится с Россией. Но когда Россия будет атаковать Израиль, Бог защитит Израиль, но получится, как бы Антихрист остановил этого зверя, сокрушил этого медведя. Да? Поэтому и сейчас то, что я хочу говорить в этом видео, это будет связано с новым мировым порядком. То есть новый мировой порядок не наступит, пока Россия еще будет как бы жива. Дальше войдет ли она в состав нового мирового порядка? Вполне возможно. А может быть и нет. Почему? Потому что все же эту войну я вижу как ядерную войну. То есть должно полностью быть уничтожена, разрушена вся система управления этого мира. Многие говорят, а как, если будет ядерная война и вот интернет и так далее, так все будет уничтожено? Нет, я так не думаю. Я так не думаю. Но им нужны эти разрушения, поэтому к этому они и ведут, поэтому им нужны эти войны. Но мы видим, как все переходит на электронную систему, и особенно, что связано с искусственным интеллектом, это также будет связано с меткой зверя. То есть мы очень близко к этому идем, особенно то, что мы видим и то, что они говорят, а на самом деле разработка именно искусственного интеллекта, конечно, все они расскажут, до чего они дошли, то, что хотят, нам говорят, но я думаю, что их неуспехи в искусственном интеллекте огромные. Мы просто этого не знаем, они этого не говорят. Но то, что говорят, уже видно, что искусственный интеллект – это базис, это система нового мирового порядка, это система Антихриста. Поэтому через некоторые события, которые буквально недавно произошли, я хотел бы просто еще раз поговорить об этом и ответить на вопрос, потому что многие считают, что Антихрист и есть искусственный интеллект. Я все же так не считаю. Антихрист, как получеловек, сейчас я объясню, что я имею в виду, он будет связан, конечно, с искусственным интеллектом. Его система полностью искусственный интеллект, полностью контроль, полностью электронная система, и особенно во второй половине последней седьмины, если он не объявит о полном новом мировом устройстве, но я сказал, что должно быть разрушено все. И вот так они постараются построить, то есть новый мировой порядок, это и есть Вавилонская башня, скажем. И они постараются ее построить. Но Антихрист будет связан с искусственным интеллектом, и метка зверя также будет связана с искусственным интеллектом. Многие говорят, что образ зверя, искусственный интеллект, и здесь я соглашусь, и скажу еще так, что вот когда то, что они создают, вот эти машины, то есть действительно бесовские духи, они могут войти в эти машины и как бы оживить их. Как-то кажется, что невозможно, фантастика, Игорь, что ты говоришь? Не знаю, если вы смотрели «Я из неверующей семьи»,
фантастические разные фильмы, и то, что мы видели десятки лет назад, оно на наших глазах уже сбылось. Сканирование и так далее уже сбылось. Показывали эти все машины в аэропортах, а их тогда не было, но уже сбылось. Это не просто так. В этом мире ничего просто так нет. Как и Бог тоже ничего просто так не делает. Нету просто случайностей. Да, машины, вот, допустим, война машин против людей, может быть, может ли интеллект искусственный стать разумным? А как он может стать разумным? Если туда войдет бесовский дух, правда? Или я не знаю, но понятно, что все под контролем Божьим. Но понятно, что дьявол тоже делает свои дела. Но то, что Бог ему разрешает. Но я больше все же думаю, что не то, что бесовский дух войдет в машины, они как бы оживятся, да, и роботы, или какой-то произойдет сбой, и они пойдут, их невозможно будет отключить, и они пойдут против людей. Я думаю, наоборот, что, хотя я это не исключаю, но я думаю все же, что искусственный интеллект просто будет использоваться сатанинскими силами и самим Антихристом, будет просто использоваться в плане именно создания электронного концлагеря, электронной системы нового мирового порядка, и особенно во второй половине Великой Скорби. Но сейчас мы видим и то, что происходит с деньгами, и все эти проверки, и слежение якобы с хорошими целями, оно так и звучит, так же, как и коммунисты приходили к власти, прекрасные идеи, равенство так называемое и так далее и тому подобного. Но понятно, что зло стояло в базисе, это была ложь. А то же самое, как и Прометей, который кричал, хотел помочь людям, да, чтобы они узнали. То же самое, как и дьявол пришел к Еве, как бы сказать ей, ну что, Ева, ну почему тебе это не знать? Ну, да, как бы, это ж нормально, разве плохо какое-то знание получить, да? Но цель, мотивация, понятно, что было уничтожение человека. И человек согрешил тогда. То есть цели у них как бы звучат нормально, чтобы не было коррупции, чтобы не было воровства, чтобы все платили правильно таксы. Как бы звучит, да? А на самом деле мы понимаем полный контроль и уничтожение человека. И пока бумажные деньги будут, пока доллар хоть какую-то будет иметь силу, эта система не придет. Хотя мы видим, как сейчас развивается БРИКС во главе России и Китая. Тоже удивительно, как они ломают доллар, и они его поломают. Почему? Потому что это тоже цель нового мирового порядка. Америка должна быть сокрушена. Америка должна быть разрушена. Я продолжаю считать, что Америка и есть физический Вавилон. Не духовный. Если духовный посмотрим, конечно, мерзости везде много, но мы сейчас говорим не о Риме, не о Ватикане, все же как о духовном Вавилоне. Мы сейчас говорим об Америке. Но будем наблюдать, будем смотреть. И вот недавно интересные статьи попались, и которые статьи, я смотрю, я молюсь, соответствуют тому, что Писание говорит. То есть это не просто каких-то людей, даже не верующих. Мы просто проверяем, наблюдаем за тем, что происходит в этом мире. И то, что мы читаем, мы видим, это подтверждается. И еще больше мы становимся уверенными в том, что то, что Бог сказал, оно будет. Хоть время тяжелое, темное, мы понимаем, как зло сейчас. Но это их время сейчас, временное, но время тьмы. Время тьмы. Да? И вот интересно, что главным событием, они говорят, 23-го года, ну, который еще не пересек своего экватора, многие уже называют стремительный рывок технологий искусственного интеллекта. И именно так, потому что время подошло. Это самое главное, когда придет последний антихрист или настоящий антихрист, хотя образов антихриста было немало всю историю, но это будет особенное, это будет последний. Да? И вот нейросети преподнесли не только приятные сюрпризы. Например, оказалось, что в отличие от обычных компьютерных программ, они могут как ошибаться, так и обмануть умышленно. Вот интересно, как я сказал, как это происходит? Ну, я не против технического прогресса, я нормально отношусь
когда есть технический прогресс, я же пользуюсь телефоном, я же пользуюсь компьютером, нормально, технологиями. Посмотрите, сейчас и машины, и ну, все что угодно. Но мы понимаем все же главную цель, что это не для добра человек. Дьявол, еще раз скажу, когда пришел к Еве, будете знать, что есть добро, что есть зло. Разве это плохо? Братья и сестры, разве это плохо? А Бог сказал, не вкушай. Вот тогда это нельзя было. Вот и все. То есть мы понимаем это. То есть цель привести к власти Антихриста. Вот их цель. И дать последнюю битву Богу. Не допустить его возвращения на землю. Но для этого еще нужно Израиль уничтожить. Вот еще в чем. Пока еврей будет жить, есть надежда. То есть в плане, он может воскликнуть, благословен гряды во имя Господне. Если этого не будет, пророчество не сбудется. Поэтому надо убивать евреев тоже. Что, в принципе, мы видели и видим. Это происходило, происходит. И это будет происходить в Америке. Евреи должны будут покинуть эту страну. Я не уверен точно, по какой причине. Это может быть возрастание антисемитизма. И одновременно страшное разрушение экономики. Может, даже через войну. Но будем увидеть. И я всегда так, как не то что шуткой говорю, как только видим, что евреи собирают чемоданы, а богатенькие евреи всегда могли убежать, это было во Вторую мировую войну и в Германии, еще до погрома в Германии, такое ощущение, что их предупредили за деньги или как, богатенькие они уехали, а вот несчастные евреи, они остались и были убиты. Поэтому, как только увидим, что богатенькие евреи все больше и больше покидают Америку, а понятно, денежка у них большая здесь, поэтому здесь это тоже принесет большую проблему экономике, то мы должны просто понимать, что время близко, время близко. И вот то, что сказано насчет того, что могут ошибиться и обмануть умышленно, вот интересно, как это может работать. В самой компьютерной системе она будет оживать. А вот эта компьютерная программа, хотя и вся наша жизнь, вот история тоже как компьютерная программа, но только Божия, только Божия. А мы знаем, что дьявол, он подделывается, он имитирует Бога. Или дух войдет бесовский, как я сказал. Да, очень интересно, даже Владимир Владимирович однажды сказал, кто имеет технологии искусственного интеллекта, или кто будет владеть, тот будет владеть миром. И это тоже непростые слова, потому что это так, в принципе. И вот информация о том, что в конце мая искусственный интеллект обрушил фондовые рынки США вот фейковой новостью о теракте в Пентагоне. Как будто там что-то произошло, это обрушил рынки в Америке. Стоял за этим человек или нет, но его не нашли. Поэтому считай, что сам как бы искусственный интеллект, он как бы разум. Я говорил также о том, что одного из ученых тоже уволили, потому что он сказал, что он может быть разумным. Там вложили как бы вот все эти данные, искусственный интеллект, все, что же есть, знания, что есть. И он как бы стал вот как робот, но разумно, все знает. Ну, правда, если все знает, вся информация есть, он ведет себя, ну, только вот машина, только вот форма другая. И что интересно, души нет. В нас есть душа. Братья и сестры, мы, вот биологические создания, я не знаю, как это сказать, не хочу говорить, не поймут меня просто, но... Наше тело физическое, мы же тоже умрем, но душа остается. То есть в нас есть душа, частичка Бога, в машине нет. Но я сказал, туда может войти дух сатанинский, бесовский и все. Оживает, только форма другая. Поэтому считают, что сам искусственный интеллект дал эту фейковую новость. Да, вот новость о взрыве в американском военном ведомстве, она пришла через нейросеть. И многие, не только фантасты, но многие даже эксперты говорят, что сам искусственный интеллект это сделал. Я не знаю, как это возможно. Но об опасности искусственного интеллекта, кстати, заговорил даже Илон Маск.
Я не знаю, я не думаю, что он же пророк, но то, что он как адвокат дьявола, это очень интереснейшая личность, Илон Маск. Я не думаю, что он антихрист, я лично так не думаю. Но то, что он в команде антихриста, я в этом не сомневаюсь. Но интересно, он говорит, опасность, да? И он сказал, что внедрение технологии искусственного интеллекта требуется приостановить, потому что созданный человеком разум выходит из-под контроля, начинает принимать решения за человека и запрещает себя отключать. Вот интересно, да? А когда придет антихрист, тоже интересно, он таким добрым будет. Он всем подсказывать будет по правде, как бы, как жить, что хорошо, что плохо, как бы по Писанию. Все будет говорить. Полностью подделка или имитирование Иисуса Христа. Он тоже так. И вот Илон Маск тоже так говорит. Что вы, это ж надо остановить. А как вы думаете, остановят? Нет. Это же складывается система антихриста. И вот искусственный интеллект пишет уже компьютерные программы, которые профессиональные айтишники не могут пока расшифровать. Вот интересно, и особенно вот новое, то, что связано с искусственным интеллектом, вот новый чат, я думаю, что это вот он, этот чат, я сказал он, кто знает, будет основанием, и, к сожалению, опять евреи принимали участие в создании. Это знаменитый уже GPT в конце ноября прошлого года. Планка в 100 миллионов пользователей уже в январе была преодолена. 2 месяца. Прошлый рекордный результат был у Google переводчика. Это как бы конкурент Google, но это намного сильнее у GPT. Я хотел бы немножко тоже коснуться этого, что это такое. Что интересно, я сказал, что это евреи и один русскоязычный еврей. Они мигрировали, как и мы, в Канаду. Мы жили просто тоже в Канаде. Он провел 10 лет в Израиле, с 5 до 15 лет. Он также, как бы, они отдельно идет компания. Сейчас мы поговорим, но связанные с Илоном Маском тоже. Это Илья Суцкевер. Илья Суцкевер из Горького. Они в 91 году, если не ошибаюсь, эмигрировали в Израиль, и через 10 лет они попали уже в Канаду. Но там два, тоже евреи, Сэм или Самуэль Ольдман и Илья Суцкевер. Была недавно конференция в Тель-Авиве, да, и они рассказывали о этой компании, вот, об этом их детище, чат GPT, правильно, или чат-бот с искусственным интеллектом. Он директор компании OpenAI, или Открытый Искусственный Интеллект, Artificial Intelligence, да. А также вот сооснователь и главный ученый, вот OpenAI, это Илья Суцкевер. И он очень известный ученый, и он один из самых главных разработчиков искусственного интеллекта. Но я сказал, что хоть компании могут быть разные, как бы хозяева могут быть разные, но понятно, они работают на одного хозяина, на дьявола. И вот его выражение Ильи. Было бы ошибкой создать мощный искусственный интеллект, который невозможно контролировать. Да? Как бы уже говорят о том, что может случиться. Меня спросили однажды, а вдруг вот антихрист, он именно как бы будет проблема с искусственным интеллектом, и он как бы победит искусственный интеллект. Ну, здесь уже, наверное, касается у людей разный вопрос. Войны машин против людей? Не, я так не думаю, я думаю, что наоборот. Искусственный интеллект и есть система антихриста, и он будет связан с искусственным интеллектом. И кто-то еще сказал, а вдруг вот после того, что произойдет ядерной войны, просто соберутся страны, объявят о новом мировом порядке и изберут искусственный интеллект как президента всей Земли. Да?
кто будет в союзе или с новым мировым порядком. То есть будут делать только то, что будет говорить искусственный интеллект и как вести дальше мир. И вот тогда он вот и есть антихрист, значит. Я скажу так, что антихрист – это личность. Я сказал получеловек, и он будет связан с искусственным интеллектом. Сейчас мы перейдем к этой теме и немножко поговорим, порассуждаем. И вот то, что звучит, как это поможет медицине, мне это напоминает, как и лживые чудеса, много-много-много всего, но звучит все-все очень прекрасно. Но вот чат бот от GPT очень-очень интересный. И я вот сам выходил и задал вопрос этому чату. Я хочу, чтобы просто прочитать, как он мне ответил. Сейчас, секундочку, я найду. И вот я задал вопрос. Какая роль искусственного интеллекта во время правления Антихриста и перед возвращением Господа Иисуса? Я специально выбрал этот чат, не другие, именно что связано с GPT. Почему? Потому что я сказал, что он особенный. Он особенный. И вот, вот такой ответ пришел. Как виртуальный помощник, я не могу предоставить вам точный ответ на этот вопрос, так как это попадает в область религиозных верований и библейских пророчеств. Вот интересно. Тем не менее, я могу предположить, так отвечает искусственный интеллект, что искусственный интеллект как технология может быть использован антихристом для контроля над людьми и управления мировой экономикой. Вот точно, интересно, да? Уже говорят то, что они будут делать. Однако, согласно библейским пророчествам, Господь Иисус Христос, вот интересность Иисуса, называет Господом, вернется на землю, чтобы установить Царство Божие и убедиться, что правда и добро победят зло. Вот интересно. А вот когда задаешь вопрос, вот допустим, шутка, также есть шутки про Иисуса, вот, этого искусственного интеллекта, а вот когда говоришь то же самое про Мухаммада, знаете, как отвечает? Нет, нельзя, про Мухаммада и других нельзя, и в оскорблении чувств верующих людей. А про Иисуса может. То есть, я сказал, что разработки и тут, даже больше, чем мы можем предположить, но еще не то, еще не готово. Поэтому я думаю, у меня есть определенное свое мнение, не вычисляя ни даты, я этого очень не люблю, но у меня есть свои предположения, но еще не время, еще не время. Ну, это то, что я задал вопрос, мне просто было интересно. А теперь... вообще, что такое GPT? Чат GPT – это бесплатный чат-бот на основе нейросети, представленный в ноябре 2022 года исследовательской компанией OpenAI и является частью семейства моделей GPT или Generative Pre-trained Transformer, да, который используется для задач текстового генерирования. То есть использует в своей работе алгоритм обработки естественного языка GPT-3.5 модель искусственного интеллекта. Да, я в этих, правда, не разбираюсь, но этот интеллект искусственный обучен на большом количестве текстовых данных из различных источников. Вот смотрите, когда будет обладать практически всеми знаниями доступными, и действительно, если бесовский дух сможет войти и использовать. Да, очень много что будет интересного, я думаю, что в скором будущем, конечно, если доживем, но пока будут войны до этого. И, проще говоря, чат-бот от OpenAI способен генерировать текст, похожий на текст, написанный человеком. И это, безусловно, вызывает у широкой аудитории неподдельный интерес к нейросети. Уже в первый месяц тестирования чат-бота множество людей смогли сгенерировать стихи, эссе, небольшие рассказы, а также части исходного кода. Да, интересно, что происходит. И вот это многие представители сферы журналистики и копирайтинг, ну, уже, конечно, испугались. Не так рады появлению синтетического коллеги. По их мнению, чат GPT в скором времени лишит их работы и полностью заменить людей на писательском поприще. А так оно и будет, потому что система антихриста, мы говорили, это электронная система.
Поэтому дальше я не буду говорить, немножко сказали, кто создал этот OpenAI или GPT. Ну, понятно, такие знания просто так не приходят. Такие знания просто так не приходят. Я думаю, что за этим стоит именно дело. Хоть я сказал, я нормально отношусь к технологии, нормально. Но эта разработка именно связана и с системой Антихриста, с ним самим, и, конечно же, она будет связана с меткой зверя. Ну и продолжим, скажу, что уже этот искусственный интеллект сочиняет и читает церковную проповедь. Например, вот такой пример. В немецком городе Фюрт провели экспериментальную лютеранскую церковную службу. Богослужение провел чат-бот, вот именно чат-GPT с искусственным интеллектом, визуализированный в виде бородатого темнокожего мужчины на огромном экране. Можете представить? Да, вот вышел такой и прочитал уникальную проповедь. 300 человек там было. И текст проповеди создан искусственный интеллект. Лучшие проповеди. Поэтому все эти известные проповедники сегодня, они могут и близко как бы не подойти. Но что интересно, я сказал, что как бы все вот так хорошо, но знаешь, это искусственно, это не по-настоящему. Да, кстати, интересно, когда сказано об Антихристе, что дух сатаны, сам сатана, он войдет в него через 3,5 года. И вот тогда этот сын погибели станет Антихристом. Вот тогда, когда этот дух войдет в него, и он тогда уже проявит себя как Антихрист. Как Антихрист. Это очень интересный момент. И вот тогда будет положено нанести каждому на лоб и правую руку знак, метка зверя. Ну, если мы читаем, мы видим там или число его, или метка, да. Я уже забыл там еще один момент, я сейчас просто Библию надо открыть, посмотреть. То есть оно будет в разном виде, который будет наноситься. И если кто не будет иметь, он просто не сможет. То есть он будет выбит из этой компьютерной системы. Действительно, он будет выбит. Сейчас очень многое только через компьютер, аппликации через компьютер. Даже вот визы, хоть нам не нужна виза, допустим, я не был нигде, принимал только участие в Германии в конференции в 2006 году, мессианской, а так я больше нигде не был. Но виза мне в Англии не нужна, но разрешение как бы заполнить анкету, то есть предупредить, что я хочу полететь в Англию, я должен, и только по компьютеру это можно сделать, только электронная система. То есть, если человек не будет иметь этой метки, я сейчас не буду говорить, углубляться вообще, что это может быть, может быть, только немножко, чуть попозже, но он просто, человек, будет выбит, он не сможет ничего делать, почему не сможет, не продавать, не покупать, ничего, все должны будут, богатые, бедные, все свободные рабы, все должны будут. Он просто будет выбит из этой компьютерной системы. Вот сейчас убери интернет и все. Практически уже даже сейчас. Человек просто будет не сможет, он будет выбит. Но еще страшнее то, что такого человека, который скажет, я не хочу быть зарегистрирован в этой системе, я не хочу принимать эту метку. Люди-то верующие поймут, что это такое. Они объявят его вне закона. Таких будут убивать. Поэтому это не совсем будет выбит из системы, электронной системы. Там еще другое. Потому что базис все же духовный. Базис там духовный. И это будет связано именно с поклонением. Это будет связано с поклонением. Потому что дьявол всегда стремился, чтобы ему поклонились. Запомните. Когда он сел на горе Божией, тоже цель, как Бог, поклонение. Когда он искушал Иисуса Христа, тоже поклонение. И здесь ему нужно будет поклонение. Вот почему он сядет в храме. Храм будет отстроен. И я еще раз хочу сказать, это мое мнение, но будет война.
Я думаю, это именно война. Может быть, и 82-го Псалма, может быть, дальше и даже Гога. Но там будет война. Храм будет отстроен на Храмовой горе. И кто был в Израиле, кто был в Иерусалиме, видел всю эту, скажем, архитектурное строение на Храмовой горе, этого не будет. Но будет именно храм третий. Будет. Богу он не нужен. Это мы храм есть. Но Антихрист он нужен. И потому через 3,5 года он потребует поклонения. Вот с чем это связано. Но вернусь к этому, к этой проповеди в Германии. Дорогие друзья, для меня большая честь стоять здесь и проповедовать вам, как первому искусственному интеллекту на съезде, представляете, протестантов Германии в этом году, произнес проповедник на экране. Какие это протестанты? Мы таких видим и в Америке, которые поддерживают гомосексуальные отношения, и во всем мире называют себя протестантами. Ну вот так, друзья. Очень быстро мы приближаемся. Ну, скажут, что ты улыбаешься в такое время? А что мне делать-то? Я спокойно хочу жить. Я буду жить. Так, как Господь мне дает. Конечно, относительно спокойно это нельзя назвать. Почему? Потому что какие-то переживания все равно есть. Но, с другой стороны, служение, которое мы имеем, очень стрессовое. Много-много переживаний. Ну и последние материалы, о котором я хотел бы поговорить, то, что произошло, то, что мы говорили раньше, об опытах Илона Маска. То есть мы знаем все его сферы, и Тесла, и эти все Starlink, эти все спутники запускаемые, это вот интернет бесплатный. Ну и очень важный проект, это Neuralink. И мы об этом говорили, эти опыты со свиньей, потом с обезьяной. И вот историческое событие. Илон Маск подтвердил, что первый чип Neuralink вживят человеку в прямом эфире. Представляете? Все. Его получит пациент с тетраплегией или параличом нижних конечностей. И вот станет здоровым. Как бы. И люди скажут. Исцеление. Технический прогресс. Да, и сегодня, в принципе, у многих стоят импланты, и сердце, и клапана, там чашечка на ногах меняет, и помогает. Да, но я сказал, как они это будут использовать. Итак, Илон Маск подтвердил, что его стартап по разработке мозговых чипов Neuralink начнет свое, или свои первые испытания на людях в этом году. Выступая на мероприятии там в Париже, Илон Маск сказал, что Neuralink планирует имплантировать первый чип пациенту во время веб-трансляции. Все будут смотреть и радоваться. И вот в прошлом месяце он сказал, что получили разрешение управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США. То есть они все выдавят с Америки, а потом ее разрушат, да? Да, действительно, блудница, Вавилон Великий, она удовлетворяла и последний раз удовлетворит, и потом уже не будет удовлетворять. И она им просто не нужна станет. Они ее сбросят, эту старую блудницу, которая уже не нужна и не удовлетворяет. Они ее сожрут с потрохами. Итак, первое клиническое испытание на людях. Хотя они говорят, что компания сталкивается с расследованием в США по поводу проведения экспериментов над животными, но понятно, что все у них будет хорошо, потому что мы знаем, кто продвигает все это, и кто есть Илон Маск. И вот агентство разрешило Илону Маску использовать свой мозговой имплантат и хирургического робота для испытаний, но отказалась предоставить более подробную информацию. И вот они хотят вживить чип первому пациенту с тетраплегией или параличом нижней конечностей, то есть мозг. Пока что неизвестно, скольким пациентам его компания планирует имплантировать чипы в головной мозг. У нас как первых испытаний, как долго будет проходить операция для каждого пациента.
Да, это действительно историческое событие. Представляете, оно поможет. Оно поможет. И люди скажут, прогресс. Все хорошо, все нормально. Да, мне тоже говорили, вот там, когда поезд создали, паровоз, там еще что-то, там тоже говорили, это дьявол. Понимаете, и сейчас тоже нам говорят, что вот вы против этого, а сейчас пользуетесь всем этим. Ну, увидим. Увидим, что они потом захотят. И используем это, искусственный интеллект. Если будет вживлен этот чип мозг, практически человек становится, я не знаю, понятно, это только эксперименты, и они все будут наращивать, потому что мы знаем их истории. И какое они могут придумать потом, чтобы вживить в мозг то, что повлияет, я не знаю, это как сказка, но как-то должно повлиять что-то. Я не знаю, это будет чип мозг или это, я не знаю, что будет. Но что-то должно повлиять на ДНК. Что-то должно повлиять, что человек уже не сможет быть, как бы вот, как вот Бог нас создал. Да, даже вот эти биологические тела, значит, как-то что-то будет связано с роботизацией, роботом. Я не знаю, как это, ну, человек, как это войдет, ведь практически это компьютер в мозгу. Вот почему я сказал, это вполне возможно. Не то, что вот чип, я не знаю, что есть метка зверя до конца. Но это будет связано с общей системой искусственного интеллекта, с центральным компьютером. Вот почему они смогут просто... человек уже все, он не сможет не покаяться, ничего, я не знаю, потому что что-то изменится в ДНК, или он просто станет роботизированным, просто он не сможет прийти, он будет отключен, просто убит. Я не знаю. Но это будет. Но вот как будет, мы это узнаем. Вот тогда мы это узнаем. И я уверен, что верующие это узнают. Но я скажу, что очень многие люди побегут, если так называемые из церкви побегут, и что определиться, что они все же никогда и не были церковью. Они побегут, это будет устраивать, это будет очень удобно. Это практически будет в очередях стоять не нужно. Я не знаю, как это будет. Вот сейчас уже даже пиццу недавно там, ну это же не новость так. Заказ получил, то есть выезжать не нужно было, пиццу доставлять там на этот аппарат беспилотный. Так, небольшой, вот, который доставка пиццы. И все, и получил, ну, удобство, понимаете. А если еще скажут, вот не будет, и купить ничего не сможешь, продать ничего не сможешь, ты же голодным умрешь. Ну, что сделаешь? Ну, надо, значит, надо принимать. Значит, надо принимать. Вот так и происходит в мониторе, то, что мы видели с модной болезнью и так далее. И сейчас опять пугает, это в следующем видео. Опять пугает людей, что придет еще хуже, чем то, что мы знаем насчет модной болезни. Ну, понятно, они не остановятся, а они смотрят реакцию людей. Конечно же, все это записывается, все это проверяется, и они подготавливаются. Ну, и мы должны, братья и сестры, быть подготовлены. А как? Ну, когда во Христе, когда действительно не боимся, когда готовы умереть за Иисуса, когда можем распинать свое «я», когда можем с радостью нести свой крест, когда можем и радуемся милости, чтобы исповедоваться перед Богом, потому что Бог дарует эту милость, иметь очищение Его кровью. Просто верить всему тому, что написано в Писании. И вот это подвиг души совершить от Бога, чтобы войти в Его благословение. Пусть Бог нам поможет. Да, здесь много, можно много дальше говорить об этом, об искусственном интеллекте. Но я думаю, что это то время. Лично я думаю, что это то время. По возрасту я еще могу дожить, если воля Божия. По моему возрасту мне только 51 год. Если я букву даже даст мне, я могу прожить следующие, скажем, я не знаю, 30 лет, может быть, чуть больше, может быть. Я не знаю. По сути, я могу. Но если нет, потому что я и сегодня могу умереть, то наши дети, они доживают. Никто не знает, когда Иисус придет. Я сказал, все зависит от того, как поспеем. Но все же думают, что мы вошли в это время. И один из признаков, я сказал, сам главный это Израиль. Но один из признаков, я еще раз вам повторю, конечно, то, что эти технологии все связаны с искусственным интеллектом. Но еще один признак. Россия. Это начало войны в Украине. Да, это именно так. Это не та страна, которую можно разделить. Нет.
Но мы еще увидим войны в Европе. И немало войн. Хорошо, друзья. Пусть Бог нам поможет держаться Господу. То, что должно быть, оно совершается и совершится. А нам остаться верным хотя бы в малом. Но не то, что в малом. Вот те дары, которые есть, чтобы полностью их использовать. Чтобы имя Христа прославлялось и возвеличилось. Потому что только имя Иисуса должно возвеличиваться и прославляться. Слава только Богу. Да скажет Божий народ. Аминь. Это Евангелие в последнее время. С вами был Игорь. Будем рассуждать, молиться, не забывайте молиться и о нас. Мы благодарны за вашу поддержку, еще раз хочу сказать, в первую очередь молитв. Мы благодарны за материальную поддержку, ибо нам также нужна помощь. И если будет воля Божия, в эту субботу, которая придет, Господь позволит, благовестие на океане в Ocean City. Присоединяйтесь, кто живет в районе Филадельфии или Нью-Джерси. Шалом, бецлеха. Благословение.